На ТЭЦ АГК произошло незначительное возгорание, которое вскоре было ликвидировано силами комбината. Причины выясняются, пострадавших нет. Во время происшествия был поврежден один из кабелей, ведущий гидротехническим сооружением, в результате чего временно отключена подача воды в некоторые районы города. Ведутся работы по срочному восстановлению подачи воды и отопления с привлечением дополнительных сил. По предварительным оценкам, водоснабжение будет восстановлено в течение ближайших часов, а также организован подвоз воды.